вроде был нужен только суперкомпьютер ЭКО-15. Я завершил саму сыворотку. Она готова к работе, но тут проблема. Пока сыворотка не знает, с чем нужно работать. Видите ли, мне нужно запрограммировать ее, используя ДНК генерала Кросса. Дайте угадаю. ДНК можно добыть только на укрепленной базе, где кишат враги. И добыть ее, конечно, могу только я. Ну, да. Да, все верно. Вы умеете читать мысли? Нет, вижу закономерности. Вы остроумны. ДНК генерала Кросса хранится в старой лаборатории генетики, где бессердечный доктор Бендерс занимался своими чудовищными экспериментами. Там хранятся образцы ДНК всего правительства, в том числе Кросса. Сейчас лаборатория, очевидно, вернулась в его руки. Но я надеюсь, что вы сможете, как это, пробиться внутрь. Это мое основное занятие – пробиваться. Да, я знаю. Вот почему вы идеально подходите для работы. Очень пробивной ассистент. Вы знали, что я… Да. До свидания. Ноги попрощайтесь с Рейнджером. Впереди находится костюм Рейнджера. Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не Римлан. Тебе стрёмно, туда не лезь, чистотопа.
Еще одно бандитское логово. Док, я у лаборатории генетики, в море Дюн. Очень хорошо, слушайте. Я просмотрел старые протоколы. В случае кризиса правительство планировало ставить опыты на уроженцах Ковчега, как на крысах. Не могу сказать с полной уверенностью, но, возможно, именно туда доставили людей из Винланда. Когда мне надо спешить? Нельзя терять ни... Стоп. Вы опять? Да. Находится костюм рейнджера. Башни правительства. Я на месте.
Они здесь. Как вы и сказали, тут много людей из Винланда. Живых. Да, я так и думал. Их биомассу используют в проекте «Долголетие». Вам нужно вытащить их оттуда. Если не сможете, убейте их всех. Они слишком полезны для нашего врага. Вы правда думаете, что я так поступлю? Для суперученого вы глуповаты. Алло! Алло! Связь пропадает! Если не сможете спасти, тогда убейте их! Алло! Это рейнджер! Живой рейнджер! Ага! Рейнджеры прибыли!
Есть тут кто? Эй, я вас вытащу. Эй, рейнджер? Ты рейнджер? Да, так точно. Что они с вами делают? Они увозят нас одного за другим в красную дверь. О, Господи, я следующий. А что там? Они отводят всех в красную дверь. Все уходят за красную дверь. Никто не возвращается. Никто. Уходи отсюда. Выйди там, откуда я пришел. Я разберусь. А если на этом прокатиться? Была не была. Что-то жуткое. Кажется, именно здесь создают клонов, о которых вы говорили. Для проекта долголетия. Да, мои предположения снова оправдались. Вам нужно найти образец ДНК генерала и принести мне, чтобы я мог положить конец этому безобразию. Иду внутрь искать образец. Да. Покойной Эрвины Проули. Ее убийство не принесло мне удовлетворения. С тобой я торопиться не стану. Буду смаковать каждую секунду твоей боли. Ну, подходи. Добро пожаловать в мир!
встретимся. Остались только вы? Да. Большинство из нас уже переработали. Превратили в биомассу для экспериментов правительства. Винланд почти сравняли с землей. Но надежда есть. Лили там пытается все восстановить. Помогите ей. Мы так и сделаем. Восстановим то, что было утрачено. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Эй, я же рейнджер. Такая наша работа.
Надеюсь, это что-то важное, юный рейнджер. Вот он, образец ДНК. Теперь можно сказать, что мы на голову впереди конкурентов. Я понимаю, каламбур тут прямо напрашивается. Однако не спешите гладить себя по головке. Нам еще нужно почесать в затылке, пораскинуть мозгами. Помните, здравомыслие всему голова. Ладно, теперь положите образец в экстрактор. Итак, я извлекаю ДНК из образца. Хорошо. Вот, теперь сыворотка готова. И она, несомненно, поставит точку в проекте «Долголетие». Нанотритовые штаммы могут дать вам сверхчеловеческие способности, но ковчеги, в которых они хранятся, не так просто найти. Я обнаружил один недалеко от Винланда. Вам следует его осмотреть. Доктор Квасир, насчет этих нанотритовых способностей. В прошлом многие рейнджеры их опасались. Но вы, как я вижу, не боитесь. Это весьма похвально. Действительно, зачем бояться неожиданных изменений в своей нервной системе? Доктор? Что? А, да. Нанотриты хранились в ковчегах под замком, чтобы на них не добралось правительство. Они очень мощные, нестабильные и чудесные. А не опасно их использовать? Конечно, опасно. Но ради победы над правительством стоит рискнуть, разве нет? Вы должны стать сверхчеловеком, а про последствия мы подумаем потом, когда победим врага. Рейнджер, кинжал завершен. Мы можем начинать. Как только подготовитесь, мы надерем правительству зад. Рейнджер, кинжал завершен. Мы можем начинать. Как только подготовились, мы надерем. Надо идти.